Термоядерный приветик, с вами Плейбой Атомный и наш повелитель, злой повелитель, вернее, хороший на самом деле, мистер Чейзер. Мы продолжаем наводить порядки в Лордероне, новые порядки, да. Где по законам никто жить не должен, вот, и мы, собственно, смотрим, чтобы этот закон соблюдался. Капитан Лошадка, докладывайте. Что это? С помощью этой машины мы перевезем останки нашего господина. А не проще будет оживить его сразу, на месте? Прошу меня простить, повелитель, но существо, обладающее силой Келтузеда, можно воскресить лишь вместе со сосредоточением магических сил. В этих землях нет таких мест. Ладно, я понял. В путь! Ну, как ты видишь, наши любимые вурдалаки тут есть. Блин, на самом деле было бы лучше, если бы нас войска разделили так. Например, тебе бы дали а мне по волке. Ну или наоборот. Ну. Так, подожди. А, это значит не та миссия. Значит, у нас следующая миссия со стриклесом. Ладно, пошли потихонечку. Сейчас, подожди, я возьму. Точнее, неправильно, поползли, братья. Подожди, капитан Лошадка, докладывайте. Как там? Ага, все понятно. Ясно. Все, капитан Лошадка доложил, путь впереди. Опа! Нечист. У нас тут есть. У нас тут это, вышечка нечистая. Давай ее покрасим в красный цвет. Красный, значит, она будет быстро уничтожаться. А, нам надо черный цвет. Черный цвет к вам к лицу теперь. Смотри, они называются чемпионы мира. Мира? Сейчас какого мы мира? Вас упокоим. В чем они чемпионы? Чемпионы по скоростному умиранию. Так, а палатки будем ломать? Интересно, что-то есть или нет? Ну, наверное, нет. Ничего нет. Опа, ящички есть. А ну подожди. Ваше высочество, вы разбираетесь. Еще... О, тележкой можно уничтожать этих. Прекрати это безумие. Тележкой можно уничтожать деревья. Что-то. Дороги, брат. Я пришел за парой старых костей и не хочу, чтобы мне мешали. Да. Нет, вурдалаки быстро умирают. Вот так, давай отойдем. Пусть повозки разбираются. Давай отойдем. Вурдалак чуть не помер. Так, иди покушай. А мои вурдалаки нормально стоят себе. Мой чуть не помер. Может, можно сдалека поубивать их. Уходи, уходи фалориком. У нас же труповозки есть, они разберутся. Зачем повозки мясом бросать? Разбрасывать мясо, оно вкусное. В смысле зачем? Оно вкусное. Давай доставка мяса. Поставите мне за доставку Delivery Club там 5 звезд. Вот, вот сейчас во время коронавируса как раз таки вообще классно так мясо доставлять. Берешь в окно, просто закидываешь, и нормально. Поймал, молодец, не поймал твои проблемы. Все хорошо. Кстати, так, ну в Беларуси нету никакого этого, как его, изоляции там всякой. Кумыс вируса? Нет, ну у них есть, но только они не устроили вот эту хохму. Забастовку да. Рабочих. Опа, понеслась. Пошли. Вперед. Так, а труповозки давай мы снесем вышки. По тебе вышка стреляет, уходи, 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 ухожу. Уходи. Тебе прям очень больно делают. Мне? Не чувствую боли, ваше высочество. Ну действительно, может потому что у тебя нет... Души? У меня нет души, как вы могли так сказать? У меня есть. Она очень чуткая и ранимая, ваше высочество. Я рыцарь смерти, я могу делать все, что угодно. Никто не смеет мне приказывать. Моя душа очень ранима. Кстати, на тебя аура смерти распространяется? А да, распространяется. Посмотреть, какой у меня меч. Скорость перемещения повышена, здоровье становится быстрее, чем обычно. Да, классная штука. У меня какой-то интересный меч, по-моему, такой же, как у вас. Да, мы его разделили на две части. Ну, типа наверное. Того. Мы любим разделять, поэтому и меч разделили. И властвовать, да-да-да. Назад. Блин, нас бьют. Да. Нас бьют палпатины. Палпатины. Назад, 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 бегите. Мы называли тебя своим братом. Так, труповозки пора отвезти. Ох, ё-моё, что так больно. Хилимся, живем. Бегу. Кстати, я у меня же нас. Лич... Блин, вурдалаков, может быть, подведешь немножко? Зачем а не, подожди, они? У нас тут база будет в этом уровне у нас будет база. Уходи, уходи, уходи. Мы сейчас, если умрем, то все. Ага, я понял. Ну, у меня есть лечение, если что, давай. А, ну, только хилься, блин, что ты ждешь? Давай, убиваем. Давай добивать полуубитых сначала. Ухожу. Хорошо. Блин, у меня нет хилок, надо за жизнью следить. Ага. Все, валим этого. Это какой-то Гавинранд The Dire. Некроманты, короче, которые следят за жизнью. Очень интересно. О, духи целители. Это клевая штука. Надо взять. А, это был свиток исцеления, извиняюсь. А как есть? Подожди, ну есть.
О, все. Ну, они кушают, они очень медленно это делают. Так, все, валим эту, их базу. В атаку палаточка. Блин, одного вордлака у меня убили. Ну ничего, мы отомстим за него. У меня все живы. Потому что я их берег. Я ценю жизни. Мне все равно, я рыцарь смерти, мне дадут еще. Я ценю жизни мертвых. Звучит как я не знаю, как каламбур. Домики. Так, где вурдалаки? А, подожди, а труповозки у нас вроде могут погружать трупы, да? Да, можно трупы погружать какие-то в труповозку. И что это? Они будут вроде бы, они вроде больнее будут бить. Ну или я не знаю. Как-то так. Они даже в казармах не заказывают никого. Никого не. Не, ну вроде в этой миссии мы будем заниматься строительством. О, есть кладбище. Я компанию мертвых как-то слабенько помню просто. Ваше высочество, зайдем на кладбище, потусим немножко. Да, конечно, поденсим. Пофлексим, так сказать. На костях. Извините, мне надо поработать еще над злодейским смехом. Надо этот супчик на костях. Да. Приготовить. А, мы Kill to Z еще будем воскрешать вроде, да. Так, все, я пошел. Идем, ваше высочество. Что-то магический круг. Так. Восстань, великий некромант. Следуй за мной, некромант. Силы, которым ты когда-то служил, вновь призывают тебя. Я говорил тебе, моя смерть ничего не изменит. Что за... Кто это говорит со мной? Это я, Kell to Zed. Я рад, что не ошибся в тебе, принц Артес. В смысле? Вас только за смертью посылать, принц. За смертью, ой, как смешно. Разложились. Мы не довезем их до Кельталаса. Кельталаса? Да. Только сила солнечного источника эльфов может вернуть Kell to Zed к жизни. И что нам делать? У паладинов хранится особая урна. В ней мы привезем останки некроманта в нужное место. Добудь ее. Как скажешь. Мусорку надо добыть, ну правильно, мы мусора. Да, да. Мусора и священная мусорка. Я жажду служить. Поехали служить. Так, у тебя дали тоже двоих. А подожди, у нас... А нет, два рудника у тебя, давай, я беру правый, ты левый рудничок тогда. Так, надо стравить некрополь, да? Блин, почему тут на английском склеп? Ну ладно. Некрополь правильно ставить? Да, это главная база. Ну, поехали. Да, сейчас мы ничего делать не можем, надо немножко подождать. Землю вокруг зданий тьмы охватывает порча. Да, только на порче можно строить. Могут быть построены... Так, давай сбегаем, посмотрим, что у нас сзади находится. Все, кроме некрополя. Сзади. Опа, твои любимые големы. Големы. Не трогай. Так, здесь какое-то село, я вижу. Не асфальтированное. Помогите! Ну, наверное, туда и надо. Нежить вернулась. Нежить, а мы никуда не уходили. Вот именно. Блин, капец же голем плотный. А я его вообще не валю. Ну я... Ой, тут еще один, ё-моё. Не, ну у меня тут вордалаки сейчас такими темпами. Так, а давай-ка. Ай. Я пойду сюда тоже сам лично. Капитан должен разобраться в конце-то концов. Должен разрулить ситуацию, да? Да. Так, а как делать этот чего самый? Желает мой повелитель? Ага, вот, проклятый базу? Рудник, да. Да свершится предначало на земле, охваченной порчей. Слуги тьмы быстрее восстанавливаются. Это да, силы. Это я знаю. Так, кто это у нас спит? Йети! А что он здесь делает? Один на один. Да ё-моё! Я против Йети. Ты бой моего хорошего. Хорошо. Так, все, пошел вурдалак добывать дерево. Кстати, дерево добывают у нас только вурдалаки. Ага. Есть небольшая такая проблемка. Так, работников делаем, все, поехали. Ты рудник не оплел еще, окей. Так, хорошо. Поехали. Подожди, где у нас занимаются? Так, зиккураты нам нужны, это точно я знаю. О, лечебное зелье, отлично. Нужно построить зиккурат.
Так, на нас, нашу базу, кстати, будут периодически нападать, так что это? Ага, ты там пособирала какие-то вещи, да? А что в этом городе было? Подожди. Подожди, нам нужен склеп, это для этих. Склеп это водолака вроде как. Ну я точно не помню, я за мертвых давно не играл. Я сначала алтарь тьмы, наверное, заделаю. За мертвых. А в склепу мы горгулей делаем. А, да, гули, да. Живите, мертвые. Вурдалаки там делаются. Живите. А, кладбище. Кстати, на кладбище тоже надо делать, потому что там этих некроматов можно делать, и они скелетов халявных вызывают. Склеп, а что так далеко склеп зиккурат сделал? Ну нужно, ладно. Подожди. Зиккурат это для того же, это фермы. Кладбище? Да. На кладбище там будут постоянно появляться трупы, и там некроманты. Стройка завершена. Так, постройте две крипты, кладбище и 4 зиккурата. Ну, 4 зиккурата сделаем, без проблем. Так, а тех големов убил? Зиккураты, они как вышки работают. Кого? Ты големов убил? Да, убил. Так, а это кто такой? Парниш. Привет. Нормально, просто рубил себе лес, подумаешь. Да, нормально, он отдыхал. Так, у нас там слева... Ага, у нас там Тихондрус. А что он там делает? Идем к нему. Так, слышишь, ты что тут делаешь? Я люблю людей. О, он любит людей. Мы на той стороне, на которой правильно находимся. Он любит людей. Ну отлично, людишки будут истреблены. А этого я убью. Блин, я убить не могу их. Ну блин, ну хоть бы поделился. Хоть бы скотина поделился. Душами. Стройка завершена. Я жажду служить. Так, давай тоже заделаем зиккураты. Зиккураты это же по сути наши вышки оборонительные еще будут. Моя кровь. Так, у меня где-то... Подожди, а почему они не давай идут? Давай заделаем склеп. Рудник. Работать в рудник, иди на рудник. Ну рудник сначала надо было сделать зараженным, Так, а я его и сделал оскверненным. Ну так там время должно пройти, пока он осквернится. Ага, вот гули. Все так просто. Есть все. Гули пошли ломить. Алтарь тьмы давай сделаем, чтобы герой воскрешать, если он умрет. Ох, тут антилопы даже. Так, все, поехали. Так, а тут что? Тут просто тупик. В смысле не построил? Что так медленно? О. А ну, голим, давай. Так. Проверим, кто кого. Ну, я понял, ты меня спрашивал. Дерева маловато. Так, ой-ой-ой-ой. Построить надо кладбище еще нам. Как больно. И две крипты. Крипты это вроде склепы. Крипты это манят криптовалюту, я знаю. Нет, это склепы на русском вроде как. Ну, крипт. Ты не смотрел этот, да? Как его? Кого? Аниме? Religion. Так, склеп есть, хорошо. В склепе можно делать вордлаков. Надо бы нанять парочку, чтобы они лес нам рубили. Connection with God established. Я смотрю, у тебя много золота, да? Ну, как сказать, много. Пойдем 160. Убьем голима. Так я их убил уже. Нет, там есть. Еще? Ну давай пошли убьем, хорошо. А, еще один? А, он полуубитый, кстати. Да, я иду. Это я его убил. Так, хорошо, я построил алтарь тьмы. Так, можно воскрешать. Козочки, непонятно. Героев теперь там. Что они здесь делают? Некрокозочки какие-то. Надо убить их. Че, погнали? Да, пошли. Давай, я потанкую. Я и этого привел своего местного вагона. Кстати, местные вагоны хорошо. На нас живые наступают. Уничтожают големов. Нападают. Вурдалаков. Я понял. Я добью. Вурдалака возьми, да. Возвращаю. Так, а тут куча всего есть. Зиккурат. Ага, надо кладбище, чтобы... Так, подожди. Защити с базу, да? Чем я защищу? Ну чем? Вурдалаками, у тебя там куча вурдалаков. А, вот ими можно, да, заесть? Ох, ё-моё, тут босс качалки вышел. Какой еще босс качалки? Гранитный, мать его, голем, охренеть. Так, я ухожу на базу, домой. Кстати, големы очень хорошо уничтожаются этими катапультами. Я заметил, только сейчас голем уничтожит нас такими темпами. Там офигеть, какая хрень злая. Подождите. Все, защитился, да? Да. Так, нам надо, получается, кладбище, чтобы можно было... А, это, улучшать зиккураты. Давай кладбище заделаем, вот где-нибудь здесь. Классно, кстати, что здесь у этих акалитов, да, брать и, ну, поставил здание, оно само строится, и все. Ты нашел еще где-то опасного голема?
А там, где мы одного голема убили, там еще один вышел. Они постоянно выходят или... Не-не-не-не, там именно босс вышел. Ну, с ним будет тяжело. Чего желаю? Я сейчас тоже труповозку приведу. Так. Он тут тусуется, пошли, покажу. Пошли, так, покажу, сейчас. Капитан, если ты не веришь. Сейчас, ваше высочество. Давайте, он вот там вот сидит. Он вот там сидит. Повозка рядом. Вон, видишь, какой здоровенный. А, вижу, вижу. Ему же налоги надо платить, как за 10-ти. Нихера себе он бьется. А магия на него ж не действует. Ой, труповка. Стой. А что повозка твоя делает? Она тупит. Ну, как всегда. Моя мясная работает хорошо, так забросала его мясо. Капец, он бьется больно. Ну, труповозками, думаю, мы его сделаем. Все, наверное, какой-то предмет выпадет. Ну да. Уходи. Ухожу. Все, теперь... Лечись. Ну, давай. Полечился? А теперь танкуй. Отходи, повозка. Повозку бьют. Капец, он жирный. Все, я побежал. Ты так подумал. Спасибо. Я так подумал, нафиг нужен этот голем? Добиваем. Так, мы базу построили, хорошо. Так. Ты решил все-таки добить, да? Конечно. Как это его оставлять в живых? Оставил. Ну что, как тебе? Все было хорошо. Теперь тебе надо построить этот алтарь тьмы. Ну ничего, я его построю. Так, возвращаемся назад. Можно кладбище, чего да, желает, делать? Нужно больше золота. Согласен. Золота всегда надо больше. Кладбище где-нибудь вот тут, например. На нас нападут живые. Чёртовы живые. О, я зато сейчас полечусь. Наконец-то полечусь. Благодаря этим живым. Поехали. Так. Блин, они меня бьют. Ты там не хочешь вурдалаками немножко помочь? Хорошо, помогу. Они все спокойно добывали дерево. Лесорубы работают, а тут прибегают какие-то непонятные ребята. Капец, у меня жизни мало. Там надо уже армию немножко делать, наверное, такими темпами. Все, поехали. Капец, да. У меня жизни мало. А тут нет лавки случайно какой-нибудь? Пошли добывать дальше. Так. Так, что там? А они сами строятся, не надо уже этого самого? Здания, да, здания сами строятся. Ты просто ставишь место, где они должны быть, и все. Хорошо. Так, алтарь для героя давай сюда. Так, исследование. Ну, за ОМОН играть лучше. Чертоги мертвых нам нужны. Что это такое? А, рассеять здание. Так, чертоги мертвых. Да, нам нужны, наверное, чертоги мертвых, потому что можем сделать бойню. На бойнях у нас будут эти мясники. Да. Скорее всего, надо. Так, я, наверное, на создающий вурдалаков. Да. Кого, зиккурата? У меня? Да. Ну, у меня два, да. Мне хватит. Так, сейчас я на создаю вурдалаков немножко и пойду голема добью все-таки. Давай здесь. Построй этот алтарь мертвых, и ты, Палрик. А я делаю. Ага. Все, я пошел повоюю. Я немножко похилился, пойду повоюю. Добить хочешь? Хорошо, его все-таки добить. Хорошо, я еду с тобой мясным вагоном. Давай. Да, в принципе, я и так справлюсь. У меня тут он вурдалаков целая пачка. Мне нормально. Я все-таки рыцарь смерти. Это значит, что я несу эту самую смерть. Постой, ну вы поняли. Завершена. Где этот козел? Ну, получай по заслугам. Не, все-таки именно мясными вагонами. Капец, лучше, он просто берет всех и разваливает, я в шоке. Так, уже с ним выпало. Амулет энергии. Что дает? Увеличение запаса маны героя на 150 единиц. Ну, в принципе, неплохо. Все, там больше это ничего нету в тылах, еще если пройтись. Да, мы там все вроде уже зачистили. Тылы, так сказать, очищены. Так, ты что, там еще зиккураты делаешь? Ну, в принципе, можно, да. Жопа в безопасности. Постройка так, на кладбище, если что, можно проводить исследование. Можешь сделать. На кладбище? Я так и знал, да. Что всегда... Да, где-то там они и проводятся, на этом гребаном кладбище. Да. Да где мое золото? Все, в принципе, я... Так, думаю, а что можно делать? А, это... Я, наверное, Присеть это... Здание. Так, бойня. Я, наверное, сейчас буду уже идти нападать, потому что что-то как-то мы тут засиделись. Мы засиделись? Чертоги 320 нужно, и сейчас еще золото будет. Ты уже чертоги сделал? Да. Чертоги мертвых? Нет, сейчас сделаю. Ой, на нас нападают. Постройка завершена. Кто нападает? Я не заметил. Да какие-то там живые, которых я сделал неживыми.
Тут деревенька прям под боком. Надо бы ее свернить. Так, сейчас я тоже чертоги. Ну, чертоги нам нужны только для того, чтобы делать мясник. Мясники, конечно, довольно жирные. Так что в этом есть смысл. А вот что-то у нас как-то пока некромантов нет, да, в базах? Да, некромантов пока нет. Только вурдалаки. Ну, тоже сделаем. Так, у меня дерево до хрена. Даже не понимаю, нафига мне сейчас. В кладбище ничего улучшать нельзя. В кладбище? В смысле, ничего нельзя улучшать? Там ничего. Можно было улучшать. А, я, наверное, уже эти исследования провел. Я тоже отобрал, скорее всего. Ага. Ну что, там пойдем убивать делать. Овцу и всех ее приспешников. Они да? Наши конкуренты прямые. Я уже иду. А где твоя армия, Фалорик? Какая армия? Мне она не нужна. О, ты смотри, они решили взять в руки оружие. Как мило с вашей стороны. Ты недостоин имени своего отца. А ты недостоин жить, знаю, ты, седобородый. Я выткну эту твою козлиную бородку и скормлю ее собакам, что которая рядом с тобой бегает. Что-то рассказываешь что-то. Это какой-то Палпадин. Он, кажется, хочет помереть быстрее всех. Пошли, покажем ему, что такое смерть. Мы специалисты в этом деле. Ваше сочетство, да. Мясной вагон ему в голову. Ай, такая? Как больно. Пес. Ой, ой. Бойцы, сражайтесь за меня. А я потом как-нибудь буду сражаться за вас. Ага. Ну, так убивай чуть. Бегу как-то долго. Ну, способность. Чёртовы людишки. Блин, а похилиться не могу, меня это напрягает. Ну все, до свидания. Восстанавливает 201 здоровья, дружественного воина или носит двое. Отлично. А, я получается таким образом могу и хилить своих. Все, я понял, я что-то неправильно скилл сначала понял. Я думал, этот скилл меня лечит. А он не лечит. Потому что в доп. Компании он меня как раз скилл лечил. Ну ладно. Так, все сделано. Че, только гули а он, есть, а он, да? Это по сути у меня способность такая же, как была у меня в этом, у Арта Светлого. По сути, один в один. Я могу лечить дружественных воинов. Так, пойду, что здесь? Собаки! Чё-то я захотел корейские, немножко корейской пищи, не знаю. Чё-то как-то припёрло, да? Да, блин, аж. Знаешь, корейская морковка, там мясо. Ну я понял, да, вкусно звучит. Нагатими, например. Тоже неплохо, да? По-корейски. На Катиме по-корейски, да. А что, неплохо? Я бы такое хотел в ресторане. Ой, на твою труповозку нападают. На мою труповозку где? А, бежим, бежим. Проклятые людишки, они что-то знают. Они чувствуют, где самая сильная армия. Так, надо нанять еще парочку воинов. Блин, да, я могу, получается, вурдалаков хилить прям хорошо. Зелиман. Я что-то подумал, что это скилл другой. Я совсем забыл, как это работает. Овечка проклятая. Мясной вагон. А, ты пошел в бой, капитан. Да, один на один с лошадкой. Но потом я уничтожил сначала нашего заклятого врага, уже под... Да-да-да. С чернью, да, так сказать. С его прислужниками. А я тебя хилить, кстати, могу? Уходи, 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 уходи. Уходи. Ухожу. А у тебя хотя хилка есть, можешь выпить да. Хилку. Есть. А, блин. У меня есть даже зелье маны. Ну, классно. Мне бы оно пригодилось, кстати. У меня маны так мало. Тебе бросить? Ну, если хочешь, кинь, потому что у меня совсем мало. Я сейчас а ну, кинь, давай выпью ман. Блин. Потом. У нас нет времени для три игр, капитан. Мы должны убивать. Держите. Так, правой кнопкой, правильно? А ну, подожди, давай попробуй. А, блин. Как выложить? Да, я тебе хили тоже могу. Класс. Правой кнопкой мышки на предмете, левой кнопкой мышки на земле. Есть. Все, спасибо. Сразу выпьем его. Люди! Моя женщина, она моя. Мне кажется, она теперь женщина имени клада. Так. Куда идем сюда? А я не знаю, тут везде какие-то ящики, блядь. Может быть, что-то в них нет. Нет, они успеют забежать в дом, сволочь. И закрыться. Да пусть сидят. Всем же советую сейчас во время вируса сидеть дома. Вот пусть и сидят. А мы и есть вирус. Себя хилить я могу. Мы проверяем, как соблюдается. Да, мы проверяем соблюдение этих санитарных норм. Так, хорошо. Я немножко зиккуратов решил построить. Что-то да строй, строй, почему нет? Зиккуратов много не бывает. Все, пошли вперед. Снова свет. Не знаю, мы не платили за электроэнергию. Мы уклонисты.
Не платим за свет. Какой-то громоборец или что-то типа такого. Да, типа того. Блин, что-то как-то так у меня маны мало. Прям критично мало, я бы сказал. Твою так, если у тебя будет совсем мало здоровья, скажешь. Я могу хильнуть. Ой-ой-ой-ой-ой, по мне сильно. Концентрируется. Да-да, они чувствуют, кого бить надо. А ты полоску, может, отъедешь? Что я вам сделал, как он ребята? Так... Ох, ё-моё! Чё-то как-то больно. Я же ничего плохого не делал. У нас больше человек, нас очень много. Мы тебя сейчас просто четвертуем тут. Стройка завершена. Нужно больше. Надеюсь, ты заказал себе место на кладбище. Значит, тебя похороним сейчас не в этом знаю, колодце. Я смотрел по записям, никто нам не приходил, не заказывал место. Перчатки скорости, о, возьми. Классная штука. Увеличение скорости боя. Будешь бить прям очень быстро. Так, надо армию пополнять, потому что все померли. О, можем мясников делать, да? А, не, можем... Блин, мы только труповозку можем делать. А, блин, это мясников можем делать. А, это ты уже сделал, да? Да-да, бойницу. Я думаю, мы сможем делать этих... ну, ты понял. Мясников. Мясников, это было бы классно. Они очень жирные, танкуют прям офигенно. Так, жалко нету... Ну что, парни, пир у нас, время кушать. О, еще охрана. Так, у нас чертовы повозка. Живые напали. Там вышка, кстати, есть, надо бы ее развалить. А я сейчас привез мясную повозку, у тебя она есть? Да, я тоже, давай сдалека. Сдалека развалим ее. Да-да-да. С безопасного, так сказать, расстояния, братья. Там еще все же подходит и подходит живые. Где моя повозка? Да, она рядом где-то стояла. Вроде нормально все. Все хорошо. Уводи Тимми! Тимми, куда он пошел? Его же сейчас убьют. Так, ну в принципе тут можно уже все разваливать. Так, окей. Еще двое. Так. Ну, я вурдалаков потихонечку подстраиваю. Больше, в принципе, у нас никого в армии нет, кроме вурдалаков. Ну и труповозок. Капитан лошадка. Он решил на нас напасть. А, смотри, они заказывают воинов. Ну какие хитрые альянсовые крысы. Да, они заказывают. Нужно больше золота. Можно еще этих повозочек, да, сделать? Чего желает? Ну, в принципе, можно. Даже не знаю, я пока не буду делать. И так вроде нормально. Давай, так, какой еще навык есть? Кровавая чума. По-моему, это отлично для защитников света, хорошо. Да? Для защитников звучит света прям замечательно. Хорошо. Так, ага, здание, понял. Поднимаю недавно убитый труп, и это повышает наш боевой дух. Ну, как флаг, только ну, труп. Ну, в принципе, как в жизни. Ничего особо. Поднял только... труп, поднял труп, и сразу чувствую себя веселее. Знаете, за нежить у меня ощущение, что мы просто немножко другого цвета, и все. Ну да, так и есть. Твой отец правил этой страной 70 лет, а ты уничтожил все за несколько дней. Как трогательно, Утор. Отдай мне урну, и ты умрешь без мучений. В ней прах твоего отца, Артес. Неужели ты осмелишься вновь оскорбить его память? Ха, я и не знал, что в этой урне, но это не важно. Так или иначе, я получу то, зачем пришел. Ну че, Утор, доставай урну, сам туда сейчас залезешь. Блин, отключил неуязвимость. Ах ты, читер! Я убил собаку, все, теперь можно мясо. Капитаны лошадки. Ту-ту-ту-ту-ту, я погуляю, мне нормально. Так, давай сюда. И давай-ка поднимем труп. Просто чтобы... О, так смотри, это даже оскверненную землю. Ну да, это классная штука, она Blood Pledge. Типа кровавый колодец какой-то. Что у меня боевой с дух? Войсками? Блин, что у меня как-то войска все поздыхали. Больше золота. Вообще никого не осталось. У меня есть отряд. Мне пора отходить. На, надо немножко отойти. Зато нет расходов. Приятно. Так, давай отойдем немножко в город. Лошадка. Лошадки волнуются. Смотри, видишь? Чего они волнуются? Не волнуйтесь, конячки. Вы же наши или не наши? Ой. Ну да, ну да. Я же говорю, надо отойти. Нет, попер вперед. А, он бессмертен. Ну он временно бессмертный. Он неуязвимость включил, временную. Она временная. Ага. Кельталские сапоги. Как и беременность, да? Ну, он временно неуязвимость включает. Она через какое-то время пропадает. Где-то там на секунд 30 или около того. Я понял.
3. Сейчас понанимаем войско еще, и будет нормально. Ну, а в этом одно хорошо, что можно жить вечно. Это да. Капец, я там секурат это делал. Тебе достаточно или еще сделал? Ну, мне кажется, хватит. Мне кажется, хватит, да, все-таки. Да хотя, ты знаешь, может быть. Еще. Я вот себе еще одну повозочку сделал мясную. Отлично. Блин, у меня столько дерева, мне столько и не нужно. Да я тоже так подумал. Поведу сейчас. Достаточно. Ну у тебя на сколько? Раз, два, три. У тебя там до хрена вурдалаков работает на дереве. Угу. Столько, по идее, нам не надо. Капитан, восстановим. Я пошел восстановить силы, немножко отдохнуть решил. Ну я, в принципе, уже армию подвел. Я могу дальше разваливать. Ну, можешь разваливать. Ну, по крайней мере, попытаться. Он сейчас, конечно, опять неуязвимость вырубит, скорее всего. Есть. Более чем уверен. Мои вурдалаки. Мои мясные повозки. Ну, я попробую. Давай. Я тебя поддержу. Если хочешь, можешь морально помочь. Да-да-да, давай. Сейчас он просто включит неуязвимость. Все. Не, все, уходим, уходим, уходим. Он включил неуязвимость. Отходим назад. Сейчас он выключит неуязвимости, и у него там кулдаун будет способности, и тогда его развалим. Угу. Посидим, подождем. Мы ж никуда не спешим, да? А вообще-то ужин стынет. Черт, я дери, точно. Ужин. Как я мог забыть про ужин? Угу. Ну, тогда ладно. Вперед! Пошли. Вака. А он неуязвимый назад. О, вперед! Вака. Нападаем. Теперь можно. Блин, капец, у меня одним своей, одной способностью ХП снес, офигеть. Ну, мы почти его убили. Капитан, главное окружить уже, и обоссать. И все будет хорошо. Все получается, надеюсь, да? Для тебя уже приготовлено место под... А че он? Боюсь, мы этого никогда... Я что-то тоже не понял прикола. А че он бьет моих ребят? Он и моих убивает. Что? Все, может быть, умрешь, нет? О. Урна с прахом. Отдайте урну. Урну, мне только спросить. Мне только спросить. Отойдите. О, хорошо, все, забрал. А что спросить, капитан? Блин, мне только спросить надо было. Отлично. Теперь ты можешь отправляться в Кельталас. Ничего ему не рассказывай. Меня можешь слышать только ты. И капитан. Не доверяй повелителям ужаса. Они служат королю мертвых тюремщиками. Я все расскажу тебе, когда вернусь в этот мир. Что, капитан, вы там сказали? С кем вы разговариваете?